Так, друзья, значит, что у нас есть? У нас есть пес. Нашли его в вольере, забрали. Пес кусается, поэтому морда завязана. Значит, не встает на задние лапы. Задние лапы у него не работают. Передняя одна, мне кажется, правая, он тоже подгибает. А на задней лапе вот такая вот опухоль. Горячий пес весь, прям горячий. Мальчик кастрированный. Чувствительность где-то вот по эту зону чувствительности нет в ногах, вот здесь вот. Здесь вот я трогаю, он уже реагирует. Здесь никак не реагирует. Ну что, завтра поедем в больницу. Наверное, будем делать рентген, проверять чувствительность. Биопсию, наверное, я не знаю, что нам скажут врачи. Да, малыш? Вот такой вот мальчик. Мальчик хороший. Подобрали вольеры. Сейчас видео вольера тоже покажу. Ну вот, он пытается от меня отползти. Уколола я ему цитриаксон. Уколола я ему этот мельгаму. Он, конечно, реагировал. Он реагировал. На укол он отреагировал. То есть он одергивался. Значит, боль чувствует. И он от меня пытается вот так уползти. Вот. Все, малыш, все, все, все. Давай в клетку. Завтра мы решим с врачом дело. Вот такой красавчик. Давай, что? Давай в клетку пока. Ползи его на пеленку, ставь к нему близко эту миску. Снимай ему этот бинт. Вот так вот, к сожалению. Так, ну, баночку положили. Вода еда у него есть. Лежит на пеленках, на подстилках. Малыш. До завтра. Завтра пойдем в клинику, да? Привет. Привет. Как у тебя дела? Ну что, мы сегодня с парнем едем в клинику на прием и делать рентген. Мальчик, мальчик. Собирайся. Лежит он уже на боку. Правая нога у него вроде уже немножко под себя подгибает он. Так, мы привезли Самуэля в ветпрофальянс. Идем на прием. Ири, нашли он вот так вот задние лапы. Но сейчас вот он вот эту начал подгибать уже вот так под себя. Еще и понос. Не контролирует, да? Пациент неврологический, скорее всего, речь идет о грудопоясничном синдроме межпозвонкового диска на уровне середины спины, переход от грудного в поясничный отдел. Диагностика МРТ и операция предстоит, если им заниматься. Вот такая.
Он старый, да, судя по зубам, он стертый прям. Ну, я не сказал, что он там старше 10 лет. Не, ну это понятно, да. Ну, он старше 5-6 лет, да, да. Может быть, да, где-то до 10. Так, то есть рентген нет смысла делать, мы не увидим там на рентгене грыжу, да? Только МРТ? МРТ, да. Анализы крови надо сдавать перед МРТ. Ну, там, наркоз, ну, там они и сами берут, и так далее. Угу. Если поедете, я вам пишу направление. А куда ехать? 4 центра есть, любой выбирает. В Москве, да? Поедете, да. Угу.